Всех приветствую, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Наталья Крайник. Я сегодня делаю замечательную десертную выпечку, медовый пирог с грушами на сливочном масле и без яиц. Особую нотку в этом пироге придает лимонная цедра. Готовится просто, получается вкусно. Все ингредиенты прекрасно сочетаются в этом пироге. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной до конца. Все пропорции и ингредиенты будут указаны в описании под видео. В кастрюлю выливаем 200 грамм воды. Добавляем сахар. Сливочное масло. И нагреваем все это на среднем огне. Перемешиваем, конечно же, пока масло не растопится все. Сливочное масло растопилось. 2 столовые ложки меда. Перемешиваем все до однородности. Выключаем плиту, отставляем кастрюльку и охлаждаем до теплого состояния. Пока остывает медово-сливочная смесь, займемся грушами. Груши я режу наполовинку, убираем сердцевинку, шкурку удаляю, срезаю. Изъяны какие-то убираю. Груши должны быть спелыми, но не мягкими в этом пироге. И нарезаю кубиками. Груши порезали, подготовили. Уже за это время я включила духовку и разогреваю ее до 180 градусов. Медово-сливочная смесь уже стала теплой. Переливаем просеянную муку вместе с разрыхлителем. Венчиком все это перемешиваем. Добавляем порезанные груши. Цедру лимона. Вымешиваем так аккуратненько. Берем форму, застеленную пергаментной бумагой. Я бумагу еще смочила немножко, как всегда, водой, для того, чтобы хорошо легла она по форме. И отправляем сюда тесто.
выравниваем по форме лопаточкой. Форма у меня 20 на 20, высоту 4 сантиметра. Несем в духовку, она уже разогрелась до 180 градусов, и выпекаем 45 минут. Прошло 45 минут. Я зубочисткой проверила пирог на готовность. Медовый пирог с грушами готов. Дала форме ему еще остыть. Затем переложила на блюдо. Пергамент, конечно же, убрала осторожно. Сейчас я его разрежу и покажу в разрезе. Вот такой он в разрезе. Груша прекрасно пропеклась. Тесто в меру влажное. Присутствует аромат цедры лимона. Аромат цедры лимона хорошо дополняет медовый пирог с грушами. Всем приятного чаепития! Всем, кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, я на них обязательно отвечу. Подписывайтесь. Спасибо, дорогие мои, что вы были со мной до конца. Всех ценю, уважаю, люблю. До свидания, до новых встреч. Всем всего самого доброго. С вами была Наталья Крайник. До свидания.